сожалению, банковская сфера сейчас находится в такой ситуации, что не готова предложить достойного инструмента. На территории, по крайней мере, Красноярского края действует только проектное финансирование по объектам, которые получили свои кредитные решения в начале 2014 года. Но вот более года подобные решения ни один коммерческий банк, включая Сбербанк Российской Федерации, не принимает. Источников, кроме как привлечения денежных средств граждан для жилищного строительства, сейчас у нас альтернатив не существует.